Российский журналист, марионетка Рама Габрилянова и ведущий его проекта «Вургонзе» Семен Пегов на YouTube-канале поделился видеокадрами, свидетельствующие о том, как армяне бегут из Шуши. Пегов отметил, что завершает работу над документальным фильмом о Второй Карабахской войне. При этом он подчеркнул, что в фильме будут использованы кадры, снятые во время 44-дневной войны и ранее не опубликованные. На видео показано, как армянские оккупанты при отступлении в направлении Дашалты-Шуша обстреливают наши позиции. Одна из последних битв за Шушу. Выжили немногие в этом подразделении, когда мы шли в направлении Дашалты. По воспоминаниям участников боя, погибло более 60% личного состава. В нашем новом фильме вы сможете увидеть больше кадров, написал Пегов. Быстрее! Что он делает? Блять! Ну! Давай! Дай мне! Нормально!